Одно дело, когда человек назначен на должность и забыть про него. А второе дело, когда человек должен представить какую-то программу, понимание работы на этой должности, если, тем более, если он руководитель, и периодически спрос с него за эту работу. То есть, что он должен делать к утру, к исходу дня, к понедельнику. Иногда бывает так, что человека назначили, приходишь туда там, через месяц, через два, через три. Вот какие были недостатки при предыдущем, такие же недостатки остались. Я уверен, что тот человек, который там на должность становится без коррупционных связей, у него больше мотивации работать на результат.